В эфире программа «Открытый диалог». У нас в гостях заместитель председателя Совета депутатов города Люберцы Сергей Черкашин. С каждыми выборами составы Советов депутатов меняются. Да, много ли молодежи вот в Совете депутатов Люберец, например? Ну, для меня понятие молодежи, оно такое относительное. Да? Есть объективное мнение и субъективное. Я себя тоже, допустим, к молодежи отношу, а некоторые меня считают уже пенсионером. Некоторые говорят, что я Ленина видел в администрации, потому что третий срок уже. Но, тем не менее, я, допустим, разделяю депутатов до 35 лет. Ну, наверное, это будет объективно, да, и после 35. Но я скажу, что 1/3 депутатов – это молодежь. Это молодежь, как бы молодая кровь, она нужна. Потому что так называемый режим стагнации, он, ну, имеет место быть, и глаз замыливается, и депутаты, которые, да, они ведут работу хорошо на избирательных округах, но есть еще моменты правотворчества. Законодательство меняется, есть правоотделы, и надо свою инициативу тоже проявлять, скажем, выходить с инициативой в Московскую областную думу, в Государственную думу. Поэтому молодая кровь, она всегда дает свои положительные результаты. Люберецкий совет депутатов, вот он делится опытом, скажем, с коллегами из других муниципалитетов? Ну, не обязательно страна. Вот. Ярославль, по-моему, приезжал к нам как-то посмотреть, как мы проводим выборы или праймериз. Нет, у нас даже вот из Архангельска приезжали люди, так называемое межмуниципальное сотрудничество. Я, наверное, вот как-то в какой-то передаче говорил, что, в принципе, нормативно-правовые акты у всех муниципальных образований приблизительно одинаковые, потому что, ну, одинаковые цели и задачи прописаны в 131 федеральном законе. Угу. Вот. Но есть определенные нюансы. Поэтому, чтобы вот нормативно-правовой документ был достаточно эклектичным, да, включал в себя все, конечно, ну, есть и консультант, плюс и гарант, но есть и опыт, живой опыт муниципальных образований и правоприменения данных документов. Поэтому всегда мы общаемся и с нашими соседями из Латкарина, скажем так, чтобы у нас такой же был порядок, по крайней мере, не хуже, чем у других. Мы всегда стремимся, у нас есть к чему стремиться. Не так давно прошли выборы, и, кстати, Люберецкий район делится опытом их проведения с другими муниципалитетами. Вот недавно к нам приезжали главы поселений из Ярославской области. У нас про это есть сюжет, предлагаю посмотреть. Как прозвучало за круглым столом, ныне действующая в Люберецком районе система формирования органов местной власти доказала свою жизнеспособность. В этой системе в состав районного совета депутатов входят главы и народные избранники из всех поселений. А руководитель администрации нанимается по контракту на конкурсной основе и подотчетен главе муниципального образования и депутатскому корпусу. И при этой системе появляется должность профессионального сити-менеджера, руководителя администрации в Московской области называется, и глава остается действительно реальным политическим лидером на территории своего района, но тем не менее разделяет определенную ответственность и с сити-менеджером, с профессиональным управленцем, который принимается на работу по контракту. В прошлом году в 131-й федеральный закон о местном самоуправлении были внесены очередные изменения. И в настоящее время российское законодательство позволяет выбирать муниципальным округам свою, наиболее оптимальную для существующих условий, форму устройства органов власти. Коллеги из Ярославской области планируют пойти тем же путем, что и Люберецкий район. Опыт Люберецкого района интересен еще и тем, что глава района и города Владимир Ружицкий является заместителем председателя Совета муниципальных образований Московской области. И активно участвует в мероприятиях на общероссийском уровне. Марина Архипова, Андрей Пластунов, Люберецкое районное телевидение. По итогам выборов, сколько мандатов заняли члены партии «Единая Россия» в советах депутатов от городских поселений? Ну, скажу таким лаконичным словом, абсолютное большинство. Абсолютное большинство – это когда больше половины. Вот. Во всех поселениях по-разному. Вот, значит, городское поселение Красково. «Единая Россия» – 11 мандатов из 15. 15 депутатов у них представительный орган власти. 2 мандата «Справедливой России» и 2 самовыдвиженца. Ну, я думаю, достаточно нормальный расклад.
Для нашей партии это точно. Для других я не знаю. Городское поселение Малаховка. У нас здесь получается тоже 15 депутатов. Из них 12 мандатов «Единой России». Один «Родина», один «ЛДПР» и один «Самовыдвиженец». Тоже абсолютно демократично. Ну, вот я так немножко прервусь, да, и скажу, что люди в основном вот на местных муниципальных выборах они не голосуют за партию. Вот поверьте мне, они голосуют за людей, за личность. Что ты из себя представляешь? Обезличенные выборы, так называемые по партийным спискам, когда есть бренд партии, а кто за этим брендом стоит, непонятно. И уже доверяют лидеру партии, партийным ньюсмейкерам. И основываясь на то, что вот такие все в этой партии. Здесь же все понятно. Здесь живые люди, местные горожане. Поэтому, знаете, ну не приезжают с Рязани сюда люди баллотироваться, потому что ну какой смысл? И вот город Люберцы, он достаточно большой, 189 тысяч. Вот на данный момент уже у нас прирост населения есть. Поселения не намного меньше. Я знаю, что люди там друг друга знают, да. У нас вот в городе, может быть, даже не знаю, кто на личной площадке живет, а там каждый человек знает, кто живет в этом доме. Поэтому там намного сложнее избираться, потому что есть такой избирательный принцип, называется «дядя Ваня». Когда, вы знаете, есть в колхозе председатель, мы его знаем, дядя Ваня, мы к нему можем всегда прийти, и мы за него голосуем. Вот одна деревня голосует. Ну, что-то, так, может быть, не очень хорошую аллегорию я привел, но что-то подобное происходит. Чем меньше муниципальное образование, тем сложнее там каким-то образом, каким-то проходимцам избираться. Но, тем не менее, здоровая конкуренция, она должна везде присутствовать. Идем дальше, значит, городское поселение Томилино. 18 мандатов – это «Единая Россия», 2 – самовыдвиженцы. То есть, у них вообще отличный результат. Значит, городское поселение Октябрьское. Вот здесь самая интересная картина. Значит, 12 мандатов «Единой России», 1 мандат «Родина», 1 мандат «ЛДПР» и 1 самовыдвиженец. Выборы, насколько они честными и открытыми были, мы с вами поговорим. А пока давайте посмотрим сюжет о том, как они проходили. Наша съемочная группа работала на всех площадках в течение всего дня. Избирательные участки для голосования открылись ровно в 8 часов утра. Для охраны общественного порядка и отслеживания законности проведения процедуры народного волеизъявления были привлечены сотрудники правоохранительных органов и наблюдатели от политических партий. Объективность и оперативность подведения итогов выборов обеспечивали электронные комплексы обработки бюллетеней, которыми были оснащены все избирательные участки. Высокий уровень подготовки к выборам отметила член Совета Федерации Лидия Антонова. Обстановка рабочая, хотя день воскресный, но люди, в общем, с утра уже идут, и я думаю, что созданы все условия для того, чтобы все прошло в законодательном порядке. Здесь наблюдатели, все подготовлено. Если есть вопросы, есть дежурные на участках, которые объяснят, как найти, где голосует твой дом. В течение всего дня голосования работала горячая линия, организованная по инициативе Общественной палаты Люберецкого района. Также контроль правильности проведения голосования и его максимальной открытости осуществляла мониторинговая группа Совета по правам человека при президенте Российской Федерации. Я удовлетворен тем, как идут выборы. Они идут нормально, спокойно. Да, возникают какие-то проблемы, возникают какие-то небольшие конфликты. Но их удается урегулировать. На избирательный участок пришел и глава Люберецкого района и города Люберцы Владимир Ружицкий, который отметил, что участие в выборах депутатов в первую очередь имеет решающее значение для самих граждан. В 20:00 после закрытия избирательных участков все урны для голосования были доставлены в Центральную избирательную комиссию, где в процессе обработки бюллетеней были подсчитаны голоса. Утром 14 сентября на оперативном совещании был озвучен отчет о прошедших выборах. Явка в целом у нас по району почти 25%, это 24,8%. Самая большая явка была у нас в городском поселении Октябрьский, 36,5%. В Малаховке явка составила 24,3%, в Краскове чуть меньше 23,7%, и в Томилино 19,6%.
Сергей Николаевич, вот минувшие выборы, по вашей оценке, насколько они были честными, насколько они были открытыми? Ну, я опять же говорю, если перенести день голосования на другое время года, я думаю, что активность избирателей была бы выше. И введение избирательной кампании, как бы, и у кандидатов было бы больше стимула и больше времени для общения. Больший круг они могли бы избиратели охватить. Угу. Потому что, ну, скажу так, участие в теледебатах, вот у нас, допустим, в одном муниципальном образовании, в Томилино, были теледебаты. Видела. Я скажу, это классная штука. Вот даже те люди, которые стесняются выйти в народ, хотя бы их можно по телевизору увидеть и понимать, что какой уровень интеллекта у человека. Вообще владеет он какими-то вопросами, или он просто хочет надеть красивый пиджак и прикрепить на него значок. В некоторых странах, опять же, вот, учитывая зарубежный опыт, неучастие в теледебатах автоматически тебя снимает с выборов. Сейчас, конечно, у нас немножко другая, не другая выборная система, немножко другой подход к выборам, скажу так, потому что поменялось законодательство, их нельзя сравнить с выборами, которые проводились 10 лет назад. Если основные битвы, баталии были в избирательных округах, значит, с народом вот встречались, то сейчас плавно это все перетекает в суды. Значит, многие просто юридически неграмотные кандидаты допускают элементарные ошибки и просто за неправильные документы, неправильную финансовую часть документов суд отменяет регистрацию кандидата. И тот уже начинает на баррикадах кричать, что вот нечестная власть, меня, ну, правила для всех одинаковые. То они прописаны, и у каждого есть возможность. Но я скажу, ни одни выборы сейчас не обходятся без судов. Начиная от городских, они кончаются уже в области. Либо апелляция, либо, скажем, восстанавливают в суде. Ну, общепринятая практика сейчас, я так скажу, за негрубые нарушения представителей парламентских партий не снимать. Чтобы могли все-таки достойно все принять участие в выборах. Накануне прошла партийная конференция, и, собственно, там делегаты выдвигали свои кандидатуры на должности председателей советов депутатов и глав. Ну, в Краскова, кстати, да, только председатель совета депутатов. Только председатель совета депутатов. Я объясню, почему. У действующего главы Волкова Владимира Михайловича, который избирался еще по старому уставному порядку на прямых выборах населением, у него еще не окончился срок полномочий. И данные полномочия он не складывал. Поэтому в настоящий момент в представительном органе избирается только председатель совета депутатов. И у нас об этом тоже есть сюжет. Предлагаю посмотреть. В начале заседания члены «Единой России» подвели итоги прошедших выборов. По словам секретаря местного отделения партии Владимира Ружицкого, голосование было открытым и честным. То, что на участках были наблюдатели, представители самых разных структур и организаций, мы с вами это все видели, и были попытки дезорганизовать, каким-то образом создать скандальную историю, сорвать выборы, это тоже мы видели, наблюдали, и это нигде не получилось. По итогам выборов единороссы получили 53 депутатских мандата из 65. При этом 28 членов «Единой России» были избраны в Советы депутатов впервые. Первый заместитель секретаря партии Владимир Беловодский уверен, что эти люди потратят все силы на то, чтобы выполнить предвыборные обещания. Много молодежи пришло, и это очень полезно, новая сила. И сейчас мы видим новые дела, которые делают депутаты. Если посмотреть по военному гарнизону, нашему гарнизону, то сейчас строятся совершенно новые площадки, таких, наверное, ну, можно сравнить с Москвой, но очень качественно, очень хорошие. Много очень дел делают наши депутаты. В ходе конференции путем тайного голосования делегаты выдвинули кандидатов от «Единой России» на пост председателя Совета депутатов Краскова. Им стал Валерий Астраханцев. Также единороссы избрали кандидатуры на посты председателей Советов депутатов и глав городских поселений Томилино, Малаховки и Октябрьского. Были выбраны Игорь Дворников, Анатолий Рындин и Юрий Буйдуков соответственно. Наталья Григорьева, Кирилл Евгеньев, Люберецкое районное телевидение. На политсовете обсуждаются кандидатуры на альтернативной основе, то есть как минимум два
представителя с городского поселения должно принять участие в партийных, так называемых, предварительных выборах. И уже конференция рекомендует фракциям «Единая Россия» выдвинуть данного человека на Совете депутатов для избрания председателем либо главой. В Краскове был выдвинут Валерий Астраханцев. Я думаю, что, ну, понимаете, да, абсолютное большинство в любом случае на Совете депутатов, я думаю, данная кандидатура будет утверждена. Я думаю, это хороший, порядочный человек, и он будет ответственно работать на данном посту, который ему доверила партия. Также партия оказала доверие Рындину Анатолию Карповичу, это Малаховка, и Дворникову Игорю Николаевичу, Томилину. Вот. В Октябрьском... Да, в Октябрьском серьезные изменения. Ну, я думаю, что серьезных изменений никаких нету, потому что Юрий Владимирович Байдуков, он достаточно долгое время работал главой в данном поселении. Вот у него 5 лет было, скажем, на то, чтобы передохнуть, и сейчас с новыми силами взяться за работу. Проблем там хватает, и я думаю, что он наведет там достойный порядок. Мы ему доверяем, и население очень доверяет ему, потому что у него достаточно большой рейтинг. Не так давно прошло заседание Совета депутатов. Наша съемочная группа там тоже присутствовала. Давайте посмотрим сюжет. В начале заседания депутаты утвердили изменения в доходной и расходной частях городского бюджета на текущий год и на плановый период 2016-2017 годов. Это связано с поступлением из областного бюджета субсидий, которые будут потрачены на социальные выплаты молодым семьям и капитальный ремонт дорог. Был обсужден земельный налог в части получения льгот на его оплату. Так, для пенсионеров предлагается возможность использования льготы только для одного земельного участка, потому что в процессе анализа работа сложила, ну, мы выявили, что на одного пенсионера регистрируют несколько земельных участков для того, чтобы уйти от налогов. Депутаты утвердили размер платы за социальный найм для жителей многоквартирных домов, который с 1 января будущего года составит 8 рублей 30 копеек за квадратный метр. Именно такой минимальный взнос на капитальный ремонт общего имущества установлен правительством Московской области. На 30 сентября были назначены публичные слушания по проекту «Стратегия социально-экономического развития города Люберцы до 2035 года». В стратегии изложено сегодняшнее состояние социально-экономического города Люберцы, существующие проблемы в городском поселении, видение города к 35 году. Далее депутаты заслушали руководителя городской администрации Александра Алешина, который коснулся очень болезненной темы – небрежного отношения к зеленым насаждениям. Очень часто при производстве каких-либо работ в городе получались такие моменты, что зеленые насаждения были уничтожены или специально, или не специально. Значит, в результате того, что, например, дерево было уничтожено, мы, как правило, обращались в АТИ, которая штрафовала данного нарушителя. За дерево бралось 1500 рублей. В целях ужесточения мер в отношении нарушителей сотрудниками управления ЖКХ разработана методика, которая позволит реально рассчитать ущерб, нанесенный зеленым насаждением. Утвердили люберецкие законотворцы изменения в проекте о порядке демонтажа незаконно возведенных нестационарных объектов. Целью и предметом правового регулирования данного проекта является упрощение порядка демонтажа незаконно возведенных нестационарных объектов, а именно это холодильное оборудование, вендинговые аппараты, бахчевые развалы, елочные базары, лотки, изотермические емкости и цистерны. Срок предупреждения их владельцам о необходимости демонтажа, сноса данных объектов составляет не 14 дней, как было ранее, а 3 дня. При этом информация в СМИ публикуется после процедуры демонтажа в целях уведомления собственников объектов о месте хранения и дальнейшего возврата. Итак, какие темы обсуждались на последнем заседании Совета депутатов и какие решения были приняты? Я, наверное, остановлюсь на некоторых из них, которые имеют интерес для населения, потому что много вопросов технического характера. Было решение о внесении изменений в решение Совета депутатов города Люберцы о налоге на имущество физических лиц на территории города. Также у нас была поправка о земельном налоге.
чем она заключается? По данному положению у нас пенсионеры имеют льготу в 50% при исчислении данного налога. Дело в том, что предприимчивые граждане начинают оформлять по 10-15 участков на бедных пенсионеров, чтобы получить данную льготу. Просто в документе прописано, что данная льгота может быть предоставлена только на один земельный участок. Ну, мы должны заниматься тоже мобилизацией доходов в местные бюджеты, либо мы не сможем нормально делать дороги, освещение и, я уж извиняюсь, перекладывать старые инженерные сети. Было принято решение об установлении размера платы за пользование жилым помещением, плата за найм, так называемая. Дело все в том, что на основании постановления правительства Московской области о минимальном размере взноса на капитальный ремонт, мы говорим только о капитальном ремонте, с Нового года эта цифра меняется на 8 рублей 30 копеек. Ровно ту же сумму, копейка в копейку, муниципалитет будет взимать как плату за наем. То есть она там практически где-то на рубль увеличивается. Собственно говоря, чтобы у нас не выпадали доходы из бюджета. Потому что достаточно большой жилой фонд находится в социальном найме. Значит, у нас было принято решение о внесении изменений в положение о порядке демонтажа незаконно возведенных нестационарных объектов на территории города Люберцы. Тоже небольшое изменение, скажем так, уточнение. У нас был там прописан срок демонтажа таких нестационаров, как арбузные сетки, 15 дней. Мы считаем, достаточно 3 дня. Также была утверждена новая структура администрации, которая была немножечко урезана в соответствии с антикризисным планом губернатора Московской области. В настоящий момент порядка 40% муниципальных служащих будут переведены на технические должности. Это носит немножко популистский, наверное, больше характер, потому что мы реально-то никого не сокращаем. То есть 40% мы людей просто лишаем муниципальных гарантий, социальных гарантий, которые прописаны в законе о муниципальных службе. Это и муниципальная пенсия, и, скажем, меньше дней к отпуску. Но, тем не менее, вот говорят, что не каждый имеет право быть муниципальным служащим. Ну, выборная должность тоже к этому относится, потому что я не являюсь муниципальным служащим. Это казуистика этого закона. Я лицо, замещающее муниципальную должность. Вот, поэтому я думаю, что со структурой мы еще будем разбираться. До Нового года у нас очень много времени, потому что принятие структуры наступает с 1 января 2016 года. И последнее. У нас было принято решение о внесении изменений в решение Совета депутатов о положении о порядке вырубки зеленых насаждений на территории города Люберцы. Какие здесь были изменения? Значит, мы ужесточили порядок правоприменения к недобросовестным застройщикам. Понимаете, когда оформляют порубочный билет на одно дерево и вносят деньги, скажем, в муниципальную казну для того, чтобы могли потом восстановить данный зеленый фонд, а вырубают при этом 10 деревьев. Ну, такое происходит. Ничего себе. И по факту мы в судебном порядке будем эти... Раньше это просто был штраф. Штраф, который взимала административно-техническая инспекция, порядка там 20-25 тысяч. А большое дерево стоит 60. Вот. Теперь к штрафу все те же самые деньги нужно будет вернуть в казну. Либо в добровольном, либо в судебном порядке. Мы хотели, конечно, прописать кратность, чтобы было неповадно. Не в заявительном режиме работы, а в разрешительном. То есть сначала получили разрешение, потом спилили. Они сначала спилили, а потом заплатили. Вот. Но прокуратура нас в этом плане не поддержала. То есть оставили ту же плату, которая присутствует и при разрешительной системе. Ну, вот, наверное, основной ряд вопросов нормативно-правовых актов, который был рассмотрен на этом заседании Совета депутатов. На этом наша программа подходит к концу. Напоминаю, что в гостях у программы «Открытый диалог» был Сергей Черкашин, заместитель председателя городского совета депутатов. До новых встреч! Увидимся!